Это роза Лаваглуд. Она тоже флорибунда. Перезимовала хорошо, но тоже поломалась. Сейчас займемся ее обрезкой. Я ее хочу обрезать покороче. Просто я вижу, что даже не знаю, с какой стороны к ней подойти. Тут ветки уже высохли давно. В общем, так, смотрим. Вот это центр куста. Вот эта ветка мне не нравится. От нее идут маленькие побежки. Вот такие вот. Я их вырежу вообще. Сейчас делаю вот так. Вот она, почечка. Из нее вот сюда пойдет ветка. И вот так. Зачем я убрала эту ветку? Для того, чтобы освободить центр куста. Вот эти ветки будут перекрещиваться, я вижу. Сейчас я уберу вот эти сломанные, пока что мне мешали. Они будут перекрещиваться. Мне нужно выбрать какую-то... Вот он даже поцарапана шипами веточка. Мне сейчас нужно выбрать какую-то одну из них, оставить, какую-то убрать. Вот она идет, веточка маленькая. И от нее в центр куста еще одна тоненькая. Мне это вообще не нравится. Ну вот я вижу вот эту почку. Должны подкопать немножечко. Вот так. Ну, так как у меня тут болезни нет, я до прививки рыть не буду. Я вот так вот обрежу просто. Она из-под земли пойдет. Так. Далее, вот эта сломанная веточка. На наружную почку ее обрезаю. Вообще перезимовала хорошо, срез беленький. Эту веточку на наружную почку обрезаю. Что такое? Далее. Вот эту ветку на наружную почку обрезаю. И вот эту ветку. С ней что-то нужно сделать. В принципе, она хорошая такая веточка. Жалеть не надо. Но мне жалко. Я обрежу вот на эту наружную почку, чтобы она шла туда. Потом по ходу событий буду смотреть осенью, что кто кому мешает. Вот эту ветку я ее обрежу вот так. Да, коротко. Ну ничего, все обрастет и будет красиво. Теперь вот эта вот веточка вверх у нее высох. Где наружная почка? Здесь наружная почка сломалась. В принципе, рядом со сломанной почечкой могут проснуться спящие. Но я даже не хочу оставлять это все. Вот она, наружная почка. Я на нее вот так отрежу. Вот эту ветку. Ну, вот она, наружная почка. Ничего не буду резать, просто освежу вот так вот срез. Даже можно сделать вот так. Дальше. Вот эта ветка. Я ее отрежу вот так. Вот эта ветка сама по себе уже. Вот тут вот бяка какая-то. Ну, наверное, тут было два побега, они сломались. И вот этот сломанный побег. В общем, я вот так вот ее всю срежу. Мне она просто не нравится. Смотрим дальше. Вот эта веточка. Вот она, наружная почка. Она здесь сухая, поломанная была. Мы вот так вот ее срезаем. Убираем. Дальше. Вот она, веточка. Наружная почка. Срезаем. Обхожу с другой стороны куст. Вот она, наружная почка у веточки. Я просто смотрю высоту. Приблизительно, чтобы кустик был кругленький и пышный. Так, здесь. Что с этой веткой делать? Наружных почек нет. Резать, не резать. Вот на эту почку оставлять нельзя, она пойдет вовнутрь. Вот эту последнюю ветку обрежу вот на эту почку. Она смотрит немножко в сторону. Ну, по-другому никак. Вот такой куст получился.